Всем привет, друзья! Меня зовут Шульце Екатерина. Я вот уже почти 20 лет как практикующий ландшафтный дизайнер. А также уже почти полтора года как основала свой первый онлайн-курс по обучению ландшафтному скетчингу. За это время я успела открыть еще несколько курсов и выйти, наоборот, в 6 миллионов рублей в год. Как я это сделала, расскажу в этом видео. Кстати, обязательно смотрите этот ролик до конца, если хотите получить приятный подарок от меня. Наверное, у каждого человека в жизни наступает момент, когда вы понимаете, что накопили в себе определенные знания и навыки, которыми хочется поделиться. Так случилось и у меня. В марте 2019 года я решила, что в школе ландшафтного скетчинга быть. Никакого опыта в нише онлайн-образования у меня тогда не было, и я начала вдумчиво и последовательно собирать информацию. Первое, что я сделала, написала план. Здесь я прописала то, что хочу получить в итоге, и по шагам определила для себя, что нужно сделать, чтобы достичь такого результата. Первым пунктом плана я описала сам курс, чему я хочу научить, какие сферы ландшафта собираюсь охватить и так далее. Моей задачей было сделать курс таким подробным, чтобы выпускники по итогу смогли нарисовать абсолютно любой ландшафт быстро и с удовольствием. При этом мне нельзя было перезагрузить курс лишней информации. Следующим шагом стал выбор платформы, то есть того, каким образом будет происходить обучение. Я однозначно решила, что это будут заранее записанные видеоуроки, которые ученики смогут проходить в любое удобное им время. Но очень важно для меня было сохранить возможность общения со студентами, чтобы мы постоянно были на связи, и я могла корректировать и направлять их. Самой удобной платформой для реализации моей задумки, на мой взгляд, я считаю, является GET-курс. Очень удобен для использования и в целом интуитивно понятен. Я потихоньку начала разбираться в этой платформе, сама оформила подписку и стала изучать. Поначалу было не так просто. Я много общалась с техподдержкой, которая, кстати, у GET-курса очень крутая. Мне понадобилось примерно неделя по часу в день, чтобы как следует разобраться с платформой. К этому моменту первые уроки были уже отсняты. Еще один крайне важный шаг на пути к реализации курса – это создание сайта. Важно, чтобы сайт был привлекательным, понятным, содержал в себе всю необходимую информацию, изложенную простым языком. Я наняла специалистов, и они собрали мне хороший сайт. Следующим моим шагом стало подключение курса к онлайн-кассам. Это такой небыстрый процесс, так как требуется собрать и подтверждать документы, предоставлять банковские счета, справки и так далее. Сейчас, конечно, всеми этими задачами занимается моя команда, но начинала я сама и считаю, что это очень помогло мне, так как сейчас я отлично понимаю, как все эти системы устроены, как они работают. Еще одним ключевым шагом для запуска курса стало развитие моего Инстаграма. Он стал главной площадкой для продвижения курса. Раньше мой Инстаграм был довольно личным, но с открытием курса я поняла, что это площадка с огромным потенциалом. Я прошла курс по стратегиям развития через социальные сети, стала потихоньку разбираться в Инстаграм, уделяла ему время каждый день, и это начало потихоньку приносить свои плоды. Первые ученики, которые у меня появились, пришли как раз из Инстаграм. Итак, уроки записаны и загружены на платформу, сайт создан, онлайн-касса подключена, реклама запущена, и мой курс обрел жизнь. На начальном этапе цена на него была минимальной. Дело в том, что всего в курсе 40 уроков, но в момент запуска на платформе было загружено всего 7 уроков, а остальные я подгружала постепенно в течение еще нескольких месяцев. И цена на курс тогда составляла всего 7000 рублей. И покупая курс на первом этапе, за эти деньги все ученики получали все последующие уроки совершенно бесплатно. Поначалу у меня не было много учеников, в среднем около 10 учеников приходило каждый месяц. К концу лета я постепенно собрала команду, у меня появились помощники, и процесс автоматизировался. Мои первые ученики стали делиться своими работами через Инстаграм. К курсу постепенно начал проявляться интерес. По соцсетям стали расходиться невероятно пейзажные и профессиональные эскизы моих студентов, и новые ученики стали появляться по принципу сарафанного радио. Плюс осенью ландшафтный сезон в России подошел к концу, и у многих освободилось время для развития и обучения
Так ученики стали прибавляться, и к зиме их стало уже довольно много. Тут я столкнулась с такой проблемой, как нехватка времени на проверку домашних заданий. Так как важной ценностью моего курса оставалось наличие обратной связи, я взяла себе в помощь специально обученного куратора, а курс переформировала в два тарифа. По наполнению они остаются одинаковыми, но различаются как раз форматом обратной связи. Один тариф, он называется «Профи», полностью сопровождается мной. А в тарифе «Фундамент» я выхожу на связь только в ключевых уроках, а остальные проверяет куратор. Постепенно оборот моего курса достиг 6 миллионов рублей и только продолжает расти. Вот такая история. Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен. И в конце хочется сказать, что если у вас есть какая-то идея и вам есть чем поделиться с миром, обязательно делайте это. И ничего не бойтесь, все получится. Я в вас верю. А еще, если вы помните, я обещала вам подарок в конце видео и выполняю свое обещание. Если вас заинтересовал мой курс, переходите по ссылке в описании ко мне на сайт и при оплате вводите промокод YouTube. Вас ждет скидка на любой тариф. А также приглашаю вас подписаться на мой YouTube-канал и Instagram. Там мы обсуждаем актуальные темы, общаемся. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи в новых видео. Пока-пока!